А митрополит Омский Таврический Владимир на святке посетил славянскую школу в честь святых первоучителей и просветителей славянских, равноапостольных Кирилла и Мефодия. Глава Омской митрополии разделил с воспитанниками этого учебного заведения радость Рождества Христова. Его Высокопреосвященство с духовенством совершил в домовом школьном храме молебен святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, покровителям храма и школы. Преподав архипастырское благословение детям и педагогам, митрополит Владимир поздравил всех с праздником Рождества Христова и с наступающим крещением Господним. Я уже вместе с вами молюсь уже 12-й год. И что хочу я вам пожелать, чтобы вы начерпали больше мудрости в школе. С праздником с начала 2023 года. И помоги вам, Господи. Затем владыка Владимир стал гостем праздничного рождественского концерта, в котором участвовали все дети славянской школы, от дошкольников до старшеклассников. Прекрасные стихи, песни и театрализованные представления, подготовленные юными артистами, посвящены были Рождеству Христову, любви и доброте. На наших плечах лежит такая ответственность – устроить праздник, чтобы все были счастливы, показать, что такое Рождество, передать это настроение, дух. Мы не только обучаем, но еще и духовно воспитываем. Очень много творческих направлений. Есть педагог-организатор, который помогая детям готовиться к концертам, проводит репетиции. Есть педагог по духовному пению, поют по праздникам колядки, к Рождеству готовят духовные песни. Праздник порадовал и гостей, и его участников, показав, что в основу воспитания детей славянской школы заложены христианские ценности. Дар святых первоучителей и просветителей славянских Кирилла и Мефодия –